топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Лиана Шульгина, молодая жена сына певицы Валерии Арсения Шульгина, откровенно ответила на вопросы своих подписчиков в Инстаграм. Поклонники девушки поинтересовались, как складываются у нее отношения с родителями Арсения, певицей Валерией и продюсером Иосифом Пригожиным. Девушка призналась, что видится с новыми членами семьи не ежедневно. «У Арсения прекрасная семья. У нас очень хорошие отношения. Когда они находятся в Москве, мы стараемся как можно чаще видеться, орфография и пунктуация автора сохранены», Прим. Womanhit.ru поделилась с поклонниками Лиана. Также беременная модель заявила, что часто видится с родителями мужа, потому что они живут в одном доме. Лиана Шульгина instagram.com/lianashulgina/жена-арсения находится на 8-м месяце беременности. Об интересном положении рассказал супруг девушки. Он выложил на своей странице в Инстаграм ряд фотографий, на которых виден округлившийся живот Лианы. Напомним, пара поженилась в августе этого года. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.